Здарова, народ, с вами Кирилл Сакаст, вы на канале Crypto Gamers. Сегодня я расскажу про большой аэродроп от экосистемы Choice на 20 миллионов долларов. Вообще, сама по себе система аэродропов, она продолжает набирать популярность. Большинство проектов придерживаются именно такому продвижению. Это всегда привлекает большое количество аудитории с вложениями и без, потому что есть разные аэродропы, где-то нужно что-то вкладывать, где-то нет. Как раз таки в этом ролике расскажу про все нюансы. А также в конце будет небольшой розыгрыш, поэтому советую этот ролик досмотреть до конца. Ну а перед началом, по традиции, лайк, подписка, любой комментарий для продвижения контента. Новость про аэродроп появилась 4 июня, давайте посмотрим, что пишут разработчики. Вся сумма в 20 миллионов долларов будет идти в токенах VLT. VLT относится к VAUT, то есть это ведущая криптобанковская платформа, которая ориентируется на предприятия и входит в экосистему Choice. Если посмотрим, Choice — это ведущая криптовалютная банковская платформа Web3, ориентированная на B2B, которая работает и лицензирована в 120 странах, сотрудничает также с Visa, MasterCard и более чем 50 компаний. VAULT – это одна из быстрорастущих лицензированных игроков на рынке криптобанкинга, у которой уже подписаны контракты на сумму 25 миллионов долларов. То есть это идет такое объединение. Если посмотрим, то про Choice я рассказывал больше года назад, то что это крипто-кошелек, который запускали свою NFT-коллекцию. В этой NFT-коллекции содержались токены. Была интересная система, то что можно было получить их карты, которые поддерживают сферу крипты, то есть это пластиковые карты, которые можно расплачиваться в больше там 200, насколько я помню, странах. Также тут есть обменник, покупка, свой кошелек, то есть большая экосистема. VAULT — это уже сфера крипты для предприятий, которая позволяет запустить фиатные или банковские операции за несколько дней. При этом, при всем, была сделана такая статья, можно ее почитать, ссылку я оставлю под описанием, про вообще экосистему, объединение Choice плюс VAULT, что с этого можно получить, какие стратегические задачи они собираются решать. Из интересных моментов мы сегодня рассматриваем аэродроп. Аэродроп тут будет включаться, когда владельцы, либо кто покупает токен CHO, это основной управленческий токен Choice, при его стейкинге, они сейчас запустили стейкинг, мы и будем получать токены VLT путем этого аэродропа. То есть у нас как бы есть один токен, а будет целых два. Вот такое вот сейчас запущенное интересное решение. По поводу еще дополнительных плюшек. То есть пишут VAULT, то что 20% их доходов будут разными способами получать владельцы токена CHO, то есть холдеры. Пока не очень понятно, как это будет выглядеть, но тут видите, держатели CHO, долю в процветающем будущем с возможностью участия в новой программе вознаграждений, которая финансируется за счет до 20% доходов B2B от VAULT. Я думаю, это сделано для привлечения аудитории и удержания старыми холдерами токена CHO, потому что любые всякие ништяки, которые могут получать ранние инвесторы, это всегда является плюсом, всякие там аэродропы, раздачи, бонусы, ништяки и так далее. У них также в Твиттере была новость в апреле, то что владельцы токена CHO будут участвовать в лотерее на 500 тысяч долларов, то есть идут вот такие вот различные бонусы для владельцев. Добавлю еще пару важных моментов про экосистему Choice, то что они объявили о запуске L2 блокчейн платформы под названием Entropy, которая представляет видение B2B, предприятий и искусственного интеллекта в Web3. Самые важные моменты – это никаких инструментов для написания кода, рынок модулей искусственного интеллекта, автоматизация смарт-контрактов для автономных операций. И также это будет работать на искусственном интеллекте, то есть будут идти расчеты. Choice уже на рынке больше 10 лет. До этого у них было название, первые, там, по-моему, 3 года – это Cryptarium, и они сделали ребрендинг в Choice. Последнее, про что я хотел рассказать, это что еще входит в экосистему Choice. Это торговая платформа под названием Perpex. Ее основная идея — это объединить разные направления рынка под одну крышку, такие как криптовалюты, форекс, металлы и акции. Если посмотрим, здесь есть тоже отдельная статья, то что будет запускаться при поддержке токена CHO, владельцы будут получать разные бонусы, владельцы токена CHO, то есть холдеры.
Это система DAO, то, что предоставляете ликвидку в ЧОП, получаете свои бонусы. Также есть скидка на торговые комиссии, если вы оплачиваете токены ЧО. То есть здесь идет разный стимул дополнительно для роста токена. Это, конечно, все будет работать, если экосистема будет развиваться в правильном направлении и будет еще рынок соответствующий. Давайте посмотрим динамику токена ЧО за весь период. У него был листинг в 2022 году, дал он свои иксы, после чего началась медвежка, токен закономерно шел вниз, как и любой другой токен. У него было самое низкое значение, это 3.088, после чего пошел смена цикла, дальше разные благоприятные новости в экосистеме, и токен дошел до своего пикового значения сейчас на этом цикле, это 0.145. Конечно, кто прикупил себе токены в этот период, хорошие иксы себе заработал, сейчас его цена составляет 0.65 за 1 единицу токена ЧО. Для того, чтобы участвовать в этом аэродропе, нам потребуются токены ЧО. Дальше мы их будем стейкать и за счет этого получать вознаграждение в токенах PLT. Тут показаны разные периоды лок наших токенов. Снизу показаны годовые и сумма токенов, которые нам нужны для получения этих годовых процентов. Интересный момент, то что показано в PLT, будет фиксированная цена, это $1. Я буду покупать и стейкать по реферальной ссылке, потому что здесь идет максималка, если посмотрим, это 100% годовых, по реферальной ссылке будет идти 150% бонуса, то есть так будет намного выгоднее. Дальше у нас есть два варианта: купить либо в сети эфира, либо в BNB. Понятно, что в BNB это будет намного выгоднее, потому что в эфире, сами знаете, там комиссии просто конские. Я выбираю сеть BNB, после чего указываю сумму, на который хочу приобрести себе токены. Важный момент, то что покупка любых токенов, NFT-шек, все это высокорискованные активы. Можно заработать, можно потерять. Тем более я эти токены буду кидать в стейкинг на долгий период. Указываю сумму, мне показано, сколько токенов я с этого получаю. Дальше, поскольку мы будем работать в сети BSK, то есть подтверждаю сумму, благо комиссии будут небольшие. Я не люблю работать в эфире, но много проектов в эфире тоже стартует. И как раз таки, благо, есть хотя бы выбор, где мы будем покупать себе токены. То есть давайте подтверждаем транзакции. Дальше у нас будет комиссия. И комиссия составляет 43 цента. После чего обновляем страницу для того, чтобы посмотреть наш баланс. 4500 токенов есть. Повышенный процент годовых 150. И тут идет лок токенов на полгода. То есть это важный момент, когда будете стейкать, учитывайте этот нюанс. То, что за этот период мы эти токены снять не можем. Даже там, если будут большие иксы, то есть они у нас в лок идут. За этот период мы получим 185 токенов VLT. Это новые токены, которые будут даваться только за этот стейкинг. И показан вот такой вот курс данных токенов. После чего делаем опять подтверждение транзакции, указываем токены, которые мы хотим застейкать, стейкаем все токены, подписываем еще небольшую транзакцию на 20 центов. Итоговый результат можно будет посмотреть на сайте. Тут показана дата разблокировки, то есть это через 6 месяцев, и токены VLT, которые мы получим после нашего клейма. В принципе, по стейкингу рассказать больше нечего. Также на сайте Choice будет через 3 дня, 24 часа какой-то большой анонс. Я лично буду следить и вам советую, если вам экосистема понравилась. По поводу розыгрыша. У нас будет 3 победителя. Условия простые. То есть под этим видео напишите любой комментарий от 5 слов с названием Choice. 3 победителя получат они по 15 баксов. Буду подводить итоги в своем телеграм-канале через 4 дня после публикации этого видео. На этом все. Лайк, подписка и удачи!